Приветствую вас, друзья, на нашем семейном канале. Сегодня ваше внимание эклеры. Для этого нам понадобится 100 грамм масла сливочного, стакан муки, стакан воды. В кастрюлю выливаем воду, добавляем сливочное масло, доводим до кипения, всыпаем муку и завариваем тесто. Не забудьте щепоточку соли. Вот такое тесто получилось. Очень быстро заваривается, не переживайте. И теперь по одному яйцу, 5 штук, вводим постепенно. Тесто должно получиться в меру густым и в меру тягучим. Мы любим небольшие эклерчики. Я беру шприц, медицинский, набираю тесто, небольшой такой лайфхак от меня, и выдавливаю. Эклерчик. Наши заготовки готовы. Отправляем в духовку. 180 градусов, 15 минут. Чтобы легче затягивалось тесто, я срезала носик. Аккуратно ножиком, и дело пошло. Часть работы сделана, эклерчики наши готовы, получились как улиточки. Ну, проверяем. О, пустенькие внутри. Приступим к крему. Для белково-масляного крема вам понадобится 3 белка, 300 грамм сахара, 250 грамм сливочного масла. В кастрюлю высыпаем сахар, добавляем сюда белки, ставим на огонь и подогреваем до 70 градусов. Взбиваем готовую массу. Обязательно проследите, чтобы весь сахар растаял в белках. Взбиваем до того момента, пока у нас не будут стоять пики. С этого момента добавляем по небольшому кусочку сливочного масла. Вот такой крем получился. Осталось дело за малым. Наполняем эклерчики. Вот такие красавчики у нас получились. Большое вам спасибо за просмотр, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, и будет вам счастье. До новых встреч, друзья! Пока-пока!